Из-за жаркой погоды многие славянцы ищут спасительную прохладу у городских фонтанов. Обращаем ваше внимание, что купаться в них запрещено. Это просто опасно для здоровья, особенно маленьких детей. Вода для фонтанов используется техническая. Кроме этого, вся грязь с улицы, с животных и птиц, которые там пьют, попадают в воду и циркулируют по кругу, не фильтруясь. Глотание такой воды может вызвать различные инфекции, в том числе и кишечные. Пик заболеваемости которыми приходится как раз на летние месяцы. Тот, кто хочет заболеть, пожалуйста, купайтесь. Вот. Почему нельзя купаться? Потому что в фонтане собираются все, скажем так, негативные последствия жизнедеятельности в городе. Птичка пролетела, что-то туда опустила, листы начали развиваться. Собачка искупалась, жарко ей. Вот, в результате там рассадник кожных заболеваний, кишечных заболеваний. Это чтобы все знали, с чем можно столкнуться, искупавшись в фонтане. Отдыхать у фонтанов можно, но соблюдая санитарно-гигиенические требования. Берегите себя и своих близких.